С будущего года в Башкортостане планируют ежегодно менять по 600 лифтов, заявляют в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Это обойдется в 1 200 000 000 рублей, 900 миллионов из которых – средства жителей. На половину лифтов установят в столице республики. В этом году в многоквартирных домах региона заменили 275 лифтов. В ближайшие 3 года планируется довести общее количество примерно до 2000, говорят в ведомстве. Из них 200 лифты, за которые региональный оператор будет рассчитываться в рассрочку в течение 3 лет, начиная со следующего года. Помимо средств жителей, власти региона будут дополнительно выделять деньги на замену лифтов в качестве финансовой поддержки в размере 300 миллионов рублей. Отмечу, в целом по региону сейчас необходимо заменить около 3000 лифтов.